Давайте посмотрим, что он затеял. Загадайте человека и посмотрим, что он затеял. У нас дожди, девочки. Просто труба. Не волосы, а одуванчик. Так, что он затеял? Догадайте человека и посмотрим, что затеял. Шалость затеял, да? Шалость человек затеял. Что-то такое не очень хорошее, да? Давайте раскроем, что же. Что-то новое. Что затеял человек, девочки, это то, чем можно вас прогнуть, чем можно вас сбить. Много мыслей, много у человека о новом. Но это новое все касается, кого бы подсидеть, где бы утащить, кого бы использовать, да, себе во благо. Как бы прогнуть, применить силу. Кому силу-то применить? Покажите нам. К даме. Дама пентаклей, девочки. Дама пентаклей. Женщина, которая тут у нас с пентакликами, да, родилась, можно сказать, чему бы ни притронулась, везде пентаклики. Мудрость, практика, да, денежный талисман, ясность ума, да. Куча мыслей, как можно заработать. Женщина, приносящая удачу. Еще всегда любила, люблю и буду говорить, что если эту женщину поливать, то мужчина будет просто... Осчастливьте такую женщину, земную, да, пентаклей. Все, вы будете на всю жизнь золоте копаться, кувыркаться, я не знаю, спать, сопли, да, деньгами подтирать. Женщина обалденная. Ну вот вашу сторону, если вы меня смотрите, да, это вы, то вашу сторону замыслил пакость. Что именно? Проявиться, девочки. И тут вы знаете, вот в чем эта лживость и состоит. Проявиться как король пентаклей к вам, да, а под личиной этого рыцарь чаш. То есть проявиться либо с каким-то предложением, все-таки деньги, тут все зависит от каких-то материальных благ, ресурсности. Да, человек захочет, а проявится по, на самом деле, по легкости. Может быть, да, так сказать, закроет вам глаза тем, что я стал другой, могу предложить больше, что не делал, сделаю. Все-таки король пентаклей — это уже человек, у которого есть состояние, он твердо стоит на ногах, да, то есть такой стабильный чувак, денежный. Он здесь может проявиться так именно. А в голове там мыслишки будут совсем не такие сквозные, ветерок. В этом может и состоять обман, да? Что еще затеял? Движение в новое. Здесь также человек может предложить двигаться, девочки. Двигаться в новое. Вообще движение, девочки. Здесь человек проявится под вашу ресурсность. Предложит путь вдвоем в ресурсы, чтобы вы оказывали помощь. Но, девочки, он со своей стороны ничего не окажет. Все захочется только с вашего. Вот она и отыгрывается, семерка мечей, да. Много мыслей, много планов на вас у него. Как бы продавить, прогнуть вас, использовать. Причем использовать, девочки, здесь в любом. И материалка, благосостояние, ваши мысли, возможности, деньги, да все. И плюс еще чаш, девочки, это секс, легкость, развлечение. То есть использовать по полной, да. Нормально вообще.
А человек хоть какие-то чувства-то чувствует к даме Пентаклей, к вам-то? Нет, девочки, тут все по чуть-чуть, нет чувств. По дураку все, по дураку. Кто-то мне пишет, господи, как все плохо. Девочки, вот так все плохо, понимаете? И раз вы смотрите, значит, у вас тоже не все плохо. Значит, тоже не видите возможностей каких-то. И с этим мужчиной сейчас тоже вы не видите возможности, понимаете, быть. Было бы хорошо, не сидели бы здесь, да? И не писали бы в комментариях всякую глупость в плане того, что как же у вас все плохо, хоть повеситься. Но если бы, вы знаете, вот у меня все хорошо, и я не сижу здесь, да. Ну, я сижу здесь, потому что надо. Да, мне, у меня жизнь. Все, что я здесь выкладываю, девочки, это моя жизнь. Это не работа, это жизнь. По чувствам у человека нет ничего. Нету. Чувств нет. У человека абсолютно к вам никаких. Здесь по чуть-чуть. Здесь использование по дураку. Авось прокатит. Вот так вот. И начнется все, девочки, это с какого-то письмеца, с какого-то сообщения. Но он прекрасно знает, что вы не пара друг другу, и возможностей у вас с ним нет. Но человек закинет эту удочку и замышляет он хитрость. Чем дело, да, закончится? Холодный мужчина, и дело закончится расстоянием, девочки. По старшему аркану звезда, это будет расстояние долгое. Ничего тут дельного, да, не выйдет. Человек здесь направлен сам на себя, на свое удовольствие и удовлетворение. Человек привык потреблять, больше ничего. Холодное сердце, холодный разум. Прекрасно знает, чем кто может помочь. И вас тоже, скорее всего, будет использовать. Также будет всегда обозначивать свои границы, за которые никто никогда не зайдет. Здесь человек-потребитель. Мужчина пришел потребитель. Поэтому будьте начеку.